Мы продолжаем выпуск. Динго, четвероногие полицейские с восторгом встретили служебную собаку в лагере Арай Санрайз. Динго пришла к ребятам вместе с сотрудниками полиции не для забавы. Она ненавидит наркотики, чует их за вёрсту и помогает задерживать наркокурьеров. На встрече с ребятами сотрудники отдела по борьбе с наркопреступностью рассказали о смертельной опасности наркотиков. А Динго продемонстрировала свой опыт по задержанию преступников. Я уже 10 дней в этом лагере. Спасибо всем воспитателям. Каждый день отдыха проходит очень интересно. Сегодня нам рассказали об опасности наркотиков. Мы не совершим такую ошибку, будем заниматься спортом и учиться. Наркотики – очень опасная вещь. Они несут с собой смерть. Будущее должно быть без наркотиков, поэтому мы боремся с этим злом.